Тимур Гедеванишвили, социал-демократическая фракция партии «Яблоко». Социал-демократы выступают за справедливость, за справедливое общество, за справедливые отношения в труде и в бизнесе, за справедливое государство. И отнимать деньги у будущих пенсионеров – это не то чтобы несправедливо, это преступно. И повышая возраст пенсий выше, чем средняя продолжительность жизни в нашей стране, это просто геноцид собственного народа. Российская партия «Яблоко» позиционируется как партия социал-либеральная. И наша социал-демократическая фракция как раз и представляет собой социальную часть нашей партии. Мы участвуем в акциях протеста не для того, чтобы добиться от властей каких-то милостей, какого-то смягчения повышения пенсионного возраста. Мы делаем это для того, чтобы сменить в нашей стране действующую власть. Сменить власть преступную и бесчеловечную.